Так, ну чё, братва, продолжаем играть ОГСЕРочку, да? Короче, чё у нас? Мы на базе бандитов. Нам нужно срочно попасть. Да, нам попасть. А, забрать ключи у Борова и, короче, вниз спуститься, получается. Да. Полюбас. У нас тут раненый этот же был, как там. Бандитос. Я не знаю, он этот. Там, короче, можно ему аптечку дать. Этот прикол сейчас будет. Приколюха такая, прикинь. Надо было заранее загрузить. Но, в принципе, здесь грузится недолго. Братишке, давай. Синхронизейшн. Среди сталкеров ходят слухи. Вот это реальная тема. Дай пять, брателла. Одиночка, блядь. Не мешай, ты не идиот. Пошли спасем еще одного. Не, я первый раз такого ушлепка вижу. Нахера Ну, ты типа, его? привет. Блять, а чё ты его убил-то? Я хотел его спасти, чтоб он тоже был одиночкой. Вот ты козёл. Блять. Так же не прикольно, да? Надо, короче, ранить всех, и они будут все одиночками, прикиньте. Потому что аптека всегда была. Вот это кайф! Кайфовая игра, мне нравится, конечно, пиздец. Чё нового, а? О! Вот это реальный пацан! Спасибо! О, ништяк, пацаны. А чё с КПК-то, блядь? Что за хуйня? Много разных, короче, недоработок. Не знаю почему. Может, я не там скачал игру реально. Показывал же в КПК то, что у меня типа там этот. Да блин. Как же вы запарили, а? А чё я так запыхался? Бесполезная информация. 15 000. Подожди, подожди. А чё, он здесь на костре сидит, что ли, или чё? Как
Погоди, братан. Бля, подожди, а почему их на карте не видно? Чё-то я, бля, не догоняю. Динамическое убивание предметов из рук ГГ. Автосохранение. Имитация. Группировка пустых магазинов. Может, я вырубил что-то, не? Ладно, короче, погнали, что время терять. И чё б забодяжить? Жрать охота, сил нет. Его мне паханы точат с остальными центриками. Центриками, блять. Капсул для аномалий. Нам надо, короче, что-то скинуть, я думаю. Сейчас бы водяры, да под саку щедрую. Короче, я думаю, вот эти патроны. Нахер они нам обосрались же, правильно? Короче, надо уборова. Борова, борова. Бля, ну жестко, жестко. Он как ждал меня. Жду. Да схера ли вы такие жесткие-то, я не понял. Это где видано вообще? Сейчас засветим. Лежать, батя, в здании. Ах ты, Каравы какие дерзкие, да? Дерзкие пацанчики, бля, вы чё, здесь так не канает. Канает, не канает. А патрики у меня остались. Кай. Дроп есть, да, отлично. Френа повалили! Как ты меня задеваешь-то, козел?
Так, а нам же надо вниз, да? Или чё? Подожди, чё за... Чё за... Вы гоните, что ли? Надо же перезагрузить правильно. Какая-то серия дебильная получается. Загрузок много. Ладно, хрен с ним. Ай-яй-яй. Нормально так завалился. Аптеки есть. Вы вообще богатые, пацаны. Аптеки, артефакты. Нихера себе. Бля, я его тоже убил. Да чё за одновременное, блядь, убивание? Вы чё, угораете, что ли? Разве такое возможно? Реально, игра глючит, блядь. Бля, они меня окружили просто. Ланда Коста, все так просто. Я поверила, серьезно. Ты гасил меня, здрабошатый. Да пошел ты, я пойду наверх, амана. Так, мне, короче, нужно здесь... У меня, кстати, СВДшки есть. Отвидеть магазин. Наверное, я вот эти нахер выкину. Эй, брат, не стреляй, брат. Не стреляй, брат. Пацаны. Опа. Да чё, вы офигели, что ли, совсем? Я ж с миром пришел, пацаны, ну вы чё гоните? Комбинезон сталкера. Вот я не знаю, это будет, нет, покупать вообще. Требует сталкер списать по карту. Похавать надо. Булочку там. Че сегодня? День хавлин должен быть. Бутербродик заточить. Чтоб здоровье подправить, правильно? Полетели. Откуда у него... А, у него калаш. Отлично. Мы тут были, сами вы там нарисовались. Так, там их сколько еще? Да бля!
А, они снизу были. А я-то не видел. Так, сколько их там, а? Как же вы запарили? Не мандражой, пацаны, обходим. Твою! Да чё вы такие все жесткие-то? Ладно. Берем автомат, наверное. Автомат, наверное, будет проще. Ой. Бля, здесь надо аккуратно. Пацаны, кто будет проходить-то? Здесь, блин, ё-моё. Здесь экзо-экзо. Трудно завалить, кстати, его. Халам-балам. Так. Херачик! Так, клинить, наверное, не будет там, да, оружие? Вроде все четко.
Еба, их сколько здесь? Я помню, вот проходил, помню, Чень Чернобыля, простую. Первую часть. Ну их здесь только не было. Походу, у Борова охраняют здесь просто человек, я не знаю, 10. Намного больше, может. Реально. Ну контактов-то нет. Блять, вы заебали. А что, серии будет из всех и как меня убивают, что ли? Я не понял. Ладно. Надеюсь. Давайте фонарь выключим. Там кто-нибудь еще есть, кстати, нет? Чё не сыто? Я же у ваших положил в натуре, знаешь, сколько здесь? Хера вы бригады, конечно. Что-то вас там много для бригады. Может, вы там это пока подуспокоитесь, малёха, нет? Дури. Глотнем воды, как говорится, да? Все пучком. Подорвались и за мной. Бля, почти сдохнул. Да блять! Я не слышал, что сзади кто-то идет. Вот в чем прикол. Сзади. Армян в засаде. Не хочу я умирать здесь. Умирай тысячу раз. Кто-то снизу шел, получается. Какая-то падла. Меня сзади убила, да? Ты рамсы попутал или чё? Блять! Серия убийств просто. Самое это, наверное,
Кстати, нет, в том сталкере меня тоже убивали в тех сериях. Реально. Заходи, сбоку, заходи. Отлично. Надеюсь, все. Концерт окончен, девочки. Что там автомат взял, решил порешать? Что-то какие-то вопросы здесь, что ли? Здесь я решаю, главы Боров, ёп. Теперь я здесь командующий. В натуре. Или что, берега попутали? Берега. Дала мені на пузо жовтого гарбуза, хатом буду, не забуду, буду, буду, буду. Ти дала мені на пузо жовтого гарбуза. Ти що попутав, що ли, мужик? А хто ж маляв? Я постукав в хату до... Так, все. Хорош играться в музыку, не люблю. Так делать, так. Бензин. Может, порванем по нему? Еба, нормально. База горит, блядь. А кто шмалял сейчас, я не понял. Что это было вообще? Ты же стрелял был? Не втыкать! Сейчас фраера припрутся! Нихера у него экзадж, да? Фраера, говорит, припрутся. Тогда чё, давай с дробаша сейчас вылетим тогда к нему. Вариант. И ты крутой, бля, иди сюда. Ну чё? Крутой. Почему у вас экзоскелетов нету? Ни у одного, реально. Чё такое? Ты чё там векаешь, бета? Бедина. Реально здесь намного бандитов больше, чем в первой части. Единственное то, что мне нужно же этот, ё-моё, патрончиков побольше. А где их взять?
Я не догоняю пока. Вообще не догоняю. Лепота уж, да, блин. Хера у вас? Найдены деньги. Так, глянем тайники. Тайник где-то здесь. Тайник Боров, ни хера себе. Поговорить с бесом. А я что, с ним не разговаривал, что ли? Да уж. Шеши. Так, ладно, к шеши. Конечно, в чем прикол, да? Подожди, а может мы сгоняем? Опа. Что за аппарат же есть же, да? Слушай, нормально такой МП5-ка. Нахера мне этот плащ вообще? Черный бандитский плащ. Пулестойкость. Цена 5. Так, где у него там тайничок-то? Ладно, ты ничего попозже возьмем. Тайнички. Так, это выкинем, это похаваем. Короче, если мы много жрем, надо и пить, понял. Тут лучше вообще не жрать постоянно. Смысла нет от этого. Батончики, может, нахер выкинуть вообще? Колбаски выкинуть. А чё, кто-то шмаляется вообще? Чё за шмаль там делает Шмалева? Чё за такое, не понял. Так, зафиксируем. Врагов не обнаружено. Интересно, интересно, что тут у вас здесь из меня происходит? Да что ты подыхаешь-то, а? Надо реально что-то выкинуть, походу. Гранат, что ли? Нахер мне тогда СВД это нужна?
Мне реально, вот я не знаю, я в лаборатории, если зайду, мне патроны вообще хватит. Хер его знает, да? Непонятно, непонятно. Ветеран, 12 000. Ладно, скинем пока здесь, кстати. А подожди. Им же ничего не будет. Сюда скинем пистолет, тоже журнал. Да, пусть будет 89. Хотя бы побегать можем, да, реально? О, нормал дэнс. Подожди, а что там с заметки были у Борова? Надо почитать, кстати. План, журнал. Ой, я, ну это понятно. Крысюк какой-то на болотах. Хера вы там завалили людей-то. 9990. 10 000. Подожди, это бандит, что ли, или что? А это одиночка вообще. Охеренном плаще, да? Так, ладно, чё, братва. На этом видос заканчивается. В следующей серии, короче, мы устретимся. Давайте, всем пока.